Привет, дорогие друзья, с вами Дмитрий и моя дочка Вера. Сегодня мы будем записывать видео про GTA 5, а именно будем немножко дурачиться. После этого мы поиграем в Angry Birds. Смотрите, я появился на каком-то зале, тут какой-то странный человек. А что ты делаешь, чувак? Ой-ой-ой, нет! Ай, ребят, смотри, он обалдел. О, на! Ой, извините. Я пошел отсюда. Ребята, вы знаете, сегодня у меня маска клёвая. Опа. Так, будем выполнять упражнение. Ребята. Парень, ты сможешь так? Ребята. Ай. Ребят. Смотри. Эй, эй. Эй, ты. Ребята. Смотри, да я убегаю от него. Да пошел ты. Ой. Опа. А. Говори, говори, я пока тут буду. Ребята, вы знали, у меня сегодня клёвая маска. Да, 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 да. Китти. Китти, Китти. Тебе видно, да? Да. Мы сегодня ходили в парк и сделали маску Китти. Блин, чё он привязался ко мне? Привязался, зараза. Эй, ты. Ха. Ой, я ударился. Этот тоже привязался. Так, короче, поехали. Поехали отсюда. Так, ставлю на паузу. Ой, а почему пауза не работает? Итак, мы сели на машину, поехали дальше любоваться крутым пляжем. Посмотрите, сегодня очень жаркая погода. Погода просто супер. И такой красивый берег. Ах, морской воздух. Какой он классный. Кстати, всех поздравляю с праздником Великой Отечественной Победы. 9 мая. Мы сейчас с парка, да, пришли? И катались на многих аттракционах. Мы даже... Вон там, кстати, колесо. На колесе обозрения проехали. Вот, мы сейчас к нему едем. Ребят, едем к колесу, на котором мы с дочкой прокатились. Смотри, оно какое здесь. Нифига. Мы же с тобой на таком же, да, катались, Вера? Обалдеть, прикольно. Так, я знаю, что там есть стоянка. Сейчас выберем другую машину. Кстати, ребят, у меня отличная новость. Мы немножко апгрейдили компьютер. Помните, я говорил, что он у нас поломался? Так вот, сейчас он просто крутой. Это Ryzen 1600. Крутая машина. И, так скажем, для пробы я решил даже поиграть в GTA, записав небольшое такое видео. Так, что это тут? Удерживай кей, чтобы... Да, все, поехали. Ой-ой-ой, как радио выключить. Как мне выехать отсюда, ребята? Как мне выехать? И как в радио. А, вот же выезд. Что-то я туплю. Поехали, поехали. Давай, 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 давай. Это у нас супер-мега-джип. Так, ребята, выйдите отсюда. Эй. Да и ты что делаешь, что? Сейчас я проеду здесь. Я застрял. Я хотел выбрать большую машину, но я не могу здесь на ней никуда проехать. Ай-яй-яй-яй-яй, что я делаю, ребята, это вам нельзя смотреть. Поехали на Хаммере. Сейчас возьмем какой-нибудь грузовик. О, нет. Нельзя так, я не соблюдаю правила дорожного движения, и меня, по-моему, уже начала искать полиция. Давайте, не нужно нам полиции, нужно нам, чтобы звездочка эта пропала, поэтому надо аккуратно. Смотри, я нашел. Ух ты, ё-моё. Какая машина. Так, мы ее сейчас возьмем. Офигенная графика просто. Я просто тащусь от этой игры. Не знаю, вам видно, нет. Я просто распределил нагрузку на видеокарту. Потом посмотрим, как она, кстати, запишется. И у нас лучшая машина. Поехали. Вау. Так, 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 так. Удираем от полиции. Смотри, как быстро разогнался. Для того, чтобы в этой игре уехать от полиции, нужно нам ехать в горы, да, Вера? Полиция на хвосте у меня. Эх, тормоза плохо сработали. А, она уже все. Мы оторвались. Так, посмотрим. Че? Ты, да. Эй, ты! Эй, ты, надо в какой-то гетто-район приехать и подергаться на людей. Давай попробуем.
Давай, сейчас найдем. Смотрите, как нужно разговаривать. Эй, ты! Эй, вы что тут стоите? А, ему... Эй! Эй, мужик, ты что там, меня снимаешь, что ли, на камеру? Иди сюда, поговорим. Иди поговорим. Ах ты, зараза, испугался. Так, ладно, тут смотри, посерьезнее, ребята. Эй, ты что делаешь, а? Ты что? Эй, вы что тут творите? Нет, я никуда не уйду. Я буду с тобой разговаривать. Ой, 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 ой. Ой, 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 не трогайте меня, пожалуйста, не трогайте. Не трогайте. Я сказал, не трогай меня. Да не трогай ты меня. Хоп, хоп. Ай, тыщ, толстячок. Иди отсюда. Ай-яй-яй. Мне нужно сматываться, ребят. Мне нужно сматываться от них. Все, нужно от них убегать. Я сейчас сюда залезу. На крышу они как, что сделают. Эй. Иди сюда. Не-не-не-не-не-не. Эй. Быстрее давай сюда залазить. Сваливаем, ребята. Не разозлились. Давай-давай. Поехали. Давай-давай-давай, гони. Вот и поговорили, как говорится. Так, а тут у нас, крутая река, аллея. Че, как я вообще сюда попал? Сейчас поехали в деревню. Итак, мы сменили машину и едем на поиски новых приключений. Вот эта игруха. Я, правда, давно в нее не играл, она у меня сегодня очень долго обновлялась. Не играл по причине слабого компа. Хотя видеокарту, признаюсь, ребят, я не менял. Так, нифига, смотри, у нее там аж дым. Так. Надо в какой-нибудь такой жесткий район приехать. Ищем район. Так, я так понимаю, здесь одностороннее движение. Вон, нам туда, наверное, надо. И заодно проверим скорость нашей тачки. Смотрим. Вау, вот это она разогналась. Я точно уверен, что это не самое быстрое, потому что я видел, в GTA тут гоняют просто улетно. Итак, мы прибыли в очередную деревню. И тут местная гетто сидит. Давай с ними поговорим. Но это, скорее всего, они не будут разговаривать. Эй! Ребят, вы чё? Кофе поделитесь? Дайте мне попить. Ты чё? Дай мне кофе. А? Джессис! А, ты меня чё, хочешь что ли бить? Так, ну-ка. А, нет, она убежала. Эй, ты! Эй, парень, посмотри на меня. Эй! Парень, ты чё, дай попить, я пить хочу. Эй, ну, он говорит, ну, что ты на меня уставился? Ты полицию хочешь вызвать? Да я ж тебе ничего не делаю, эй, ты. Не надо, не вызывай, пожалуйста, полицию, я поехал, все. Вот засранец. Он не захотел вступать в конфликт и драться. Он сказал, что вызовет полицию. Мне тут полиция не нужна, да? Поехали дальше. О, вот тут, смотри, какие-то ребята стоят. Сейчас он деньги снимает в банкомате. Эй, эй, парень, дай денег. Ну дай денег, ты чё? Дай денег. Ты тоже, что ли, полицию хочешь вызвать? Ну дай денег. А? Ай-яй-яй-яй-яй. Смотри, он звонит. Эй, ребята, а вы что тут делаете? Ой. Ой-ой-ой, они меня толкнули. О, боже мой, полиция за мной поехала. Он все-таки вызвал полицию, засранец такой. Поэтому мне придется сваливать отсюда. Смотрите, ребят, мы приехали на пирс. Замечательный пирс. И тут можно тоже поболтать с людьми. Ребят, что вы курите? Дай закурить. Эй, ну что, есть сигаретка, а? Ребят, привет. Ну... А, они не захотели со мной говорить и просто ушли. А вот эта дамочка. Эй, ты со мной поговоришь? Эй-эй. Блин, ее не видать. Ты поговоришь со мной? Ну, ну что такое? Ай, она тоже полицию хочет звать. Все хотят вызвать полицию. И полиция, вон она едет. Сматываемся, я хотел пройти на пирс. Нет! Полиция сейчас будет стрелять. Только из-за одной звезды, что ли? Да и, ребят, идите вы. Придется удирать от полиции. А, уже две звезды, то, что я от них уехал. Но если бы я не уехал, они бы меня арестовали.
Ребята, это такая зверская погоня. О, нет, давай, 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 вот сюда. Вот тут меня полиция не найдет. Однозначно. Так, 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 так. Нужно притаиться, и сейчас я оторвался от полиции. Что же это такое? В общем, полиция меня не нашла. Едем дальше на поиски приключений. Кстати, в этой игре это лучший способ уехать куда-нибудь в горы, где полиция не найдет. Я, кажется, увидел оленя. Смотри. Или это кто там такой? Это лось. Поехали на охоту. Где он там? Лось, 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 иди сюда. Вон он, вон он. Иди сюда, сейчас я его догоню. Лось. О, нет. Он убегает от меня. Давай, погнали за лосем. Лось, иди сюда. Что, поймаем его? Да, поймаем. Поймаем. Вау. Лось, сейчас мы его в багажник подгрузим. Лось, прыгай ко мне в багажник. Или это олень? Ладно, он спать пошел. Потому что вечером он лег спать. Не стал прыгать ко мне в багажник. Да, Вера? А мы дальше, дальше, дальше. Нам не туда, нам надо вон по той магистрали ехать. Так, спускаемся, спускаемся. Я ничего не вижу вообще. Кстати, вот этот впереди нас классный GPR едет. Офигенный просто. Так, 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 так. Так, ребят, что-то я ездил, куда-то приехал. Так, давай посмотрим, что-то написано. Форд, чего-то там. Короче, плохой у меня английский. Ну-ка, там тут нет никого, что ли? Эй, эй. Ой, это что такое было? Это что такое было, ребята? Давай, сваливай, 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 сваливай. 4 звезды. Каким образом вообще? Каким образом это случилось? Нет, 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 уезжай, 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 пожалуйста, отсюда. Уезжай. Нет. Я сам взорвался, непонятно на чем. Как это вообще произошло? Просто пришел к ним на базу, и у меня сразу 4 звезды. Это нечестно. Правда, Вера? Итак, заново. Мы где-то там проснулись. О, эй, парень, парень, где я такой? Эй, ну слушай, ну скажи, где? Ну где, где мы находимся? Парень, ну давай поговорим. Да, елки, иди сюда. Я тебя же... Ну скажи. О-о-о. Ну иди сюда. Вон те он, ребята, скорее всего, хотят со мной поговорить. А это кто? Эй, эй. Ну. Ступид. Так, ребят, что вы тут делаете? Можно с вами постоять? А? Ну что ты меня толкаешь? Офигел, что ли? Эй, ты чё? Да ты чё, со мной драться, что ли, хочешь? Сейчас, чё ему, подраться с ними? Ой, давай, 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 давай. Хо, я каратист. Я покажу тебе тэквондо. А это американский бокс. Вот так вот. Ты тоже хочешь, да, парень? Ну, давай, 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 давай. Давай. Ну, вот и все. А вы тут что-то на меня бочку катите. Я просто поговорить пришел. Так, пойдем дальше. Пошли. Паркур, паркур, паркур. Я знаю паркур. О, смотри, мотик, 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 мотик. Это классно. Дай мне мотик, парень. Я поезжу и тебя обязательно верну. Поехали. Так. Ну. Ну, что ж такое-то? Кстати, тут где-то вертолет был. Так. Давай поговорим. Поговорим, хочешь? Вот дочка просит, чтобы я опять пообщался с местным населением. Давай попробуем, что эти товарищи скажут. Ой, там мороженое. Эй, эй, ты что? Ребят, дайте мне мороженку, пожалуйста. Дай мороженое. Парень, дай мороженое. А, смотри, там полиция едет. Надо сматываться, надо сматываться. Поехали сюда, отъедем. Сейчас в кусты спрячемся, она тут нас не найдет. Мы тут на склад приедем, да? И все. Вот так вот, ребят, нужно от полиции уезжать. А-а-а.
Так, куда я приехал? Я потом сам-то отсюда смогу выехать или нет? Хотя у нас тут мега-моцик. Моцик. Так. Тут забор. Забор открывается, нет? Вон, смотри, там дальше интересная деревушка. Сейчас мы туда приедем и с кем-нибудь поговорим. Так, дочка опять меня просит выйти и поговорить. Эй, ребята, привет, можно с вами побеседовать? Парень, ты что-то ешь? Ну ладно, ну приятно. Приятного аппетита тебе. Ну что я вам такого сделал? А? Ау, ты что, что ты хочешь-то, мужик? Мужик, ты что хочешь-то? Ау, сейчас пятаки будем крутить, мужик. Давай. Да ты меня не догонишь все равно. Мужик, ты тоже на меня там злой? О, а тут пропал, смотри. Он куда-то убежал дальше. Вон он. Эй, чувак. Давай. Они злые какие-то. Эти мужики. Так, это туалет. Туалет. Еще поговорим. Мужики, вы будете говорить со мной? Мужик, давай, ну... Давай с другими. Что-то эти какие-то злые. Так, подожди, мы отсюда вообще уедем? Смотри, он меня догоняет. Нам нужно отсюда уехать, и это будет крутой финт. Вот это да. Мотофристайл называется. Вот. Вы что, гладил, догонялся? Да. Я нашел еще ребят тут. Парень, можно яблочко? Эй, ну дай яблочко. Яблочко дашь? Яблочко дашь? Эй, парень, дай яблоко. Чувак, ну дай яблоко. Ну. Дай яблоко. Ай. Давай спросим, что тут они садят? Ребят, что вы садите? Ну что вы садите? Что вы садите? Это картошка или что это? Так, это тоже не хочет со мной говорить. Парень, давай с тобой поговорим. Ну, ну что ты делаешь? Ты же добрый чувак. Нет, он хочет меня, по-моему, скинуть с велика. Ладно. По грязи покатались и хватит. А эти ребята? Эй, парни. Как дела? Как дела? Ну чё ты? Смотри, что я нашел. Смотри. Вот это вообще классная штука. Я надеюсь, они там за мной не пойдут. Вот это да, вот это аппарат. Вот это аппарат. Ребят, это... Это трактор. Поехали пахать землю. Давай. Поехали пахать землю. Вау, по грязи, ребят, давайте я вам здесь все вспашу. Вот, смотри. Все идеальное, вон бароня. Вот это трактор, смотри, он едет через любые заборы. Офигеть. О, смотри, сегодня праздник, это какая-то, кстати, военная машина. Давай, цепляйся, парень. Ах, ты куда за мной побежал? Я же на тракторе, ты меня не догонишь. Автозаправка. Так, тут, наверное, надо поосторожнее быть. Иначе можно, по-моему, на бензоколонку налететь. Давай. Мы на тракторе. Мы тут все можем сгребсти. Так, куда поедем, Вера? Давай возьмем другую машину. Тебе трактор не нравится? Смотри, я там крутой джип увидел. Я не знаю, если я успею, конечно, его догнать. Мы вот его и возьмем. Вон он, вперед поехал. Это офигенный вообще джип. Это просто... Ну, он какой-то он не такой. Так, ребят, будем сейчас разбираться, что за фигня. Эй. А ну, вылазь. А ну. Что такое? Грузовик, да сейчас я тебе радиатор поломаю. Смотри, на, сейчас я номер отобью, на. Да что ты? Ой, так, ну давай, иди сюда.
Иди сюда, мужик, иди поговорим. Давай, 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 поговорим сейчас. На, поговорим. Иди ко мне. Ты боишься? Эй, ты, эй, мужичок. Эй, мужик, иди сюда. Мужик, давай, вот. Эй, а ты что там сидишь? Выезжай, 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 выезжай. О, нет. Он нас сбил, это какой-то... Ладно, давай, поехали. Он не хочет на своем... Поехали, поехали отсюда. Я там всех разозлил. Так, вот какие-то ребята приехали. Так, мы сможем на грузовике там проехать вообще? Сейчас поговорим, вон там, смотри. Вау, вот это я поехал. Давай, 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 грузовик, тяга. Тяни. Вон, смотри, тут человек бегает, отдыхает. Сейчас, давай с ним поговорим. Блин, как радио отключить? Эй, иди сюда. Ну ладно, полиция нас уже не ищет, мы поехали дальше. Я сейчас покажу прикол, кстати говоря. Ой. Вау! Вот это прыжок. Он говорит, ну что ж ты там наделал, смотри. Эй, собака. Эй, мужик. Мужик, ты чё? Мужик, познакомь меня со своим псом. Пёс! Меня пёс загрыз. Вот это да. Как такое могло произойти? Да, очень интересно получилось. Нас съела собака. Это неожиданно, честно говоря. Укусила, да укусила так, что там, по-моему, что-то откусила. Эй! Хо-хо-хо, вау-вау-вау-вау, ребят, можно тут между вами я попрыгаю чуть-чуть, я паркур занимаюсь. Смотри, у меня тут чуть-чуть не получается, вот такой вот паркур. Оба, так, ну ладно. Вот давай так вот попробуем. Хоба, хоба. Ой, блин, крутой джип уехал. Хоп, паркур, паркур. Оп, ой, я нечаянно. Стекло само поломалось. Мужики, а вам показать мой паркур? Смотри, вот так вот я прыгаю. Хоп, 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 хоп. Так. Ну, извини, парень. Ты сам стоял на пути. Дай мне тут беговая дорожка. Да ладно, ладно, ладно. Нет, не злись, не злись, не злись. А, побежали вместе тогда. Смотри, я нашел себе компанию. Опа. Так, 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 так. Мужик, мужик, мужик. Мужик. Смотри, сейчас прикол будет. Хо! Вау, 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 вау. Че? Да, да, да. Папа. Поехали, конечно, на машине отсюда. Они там меня не оставят в покое. Взяли какую-то машину неинтересную. Так, ну, тем не менее, эта машина... Да что ж такое, я пропустил. Как радио отключать? Так, ребята. Сейчас поговорим. Мы только с деревни с этой уедем. Я вообще хотел самолет найти, на самолете пролететь. Так, ребят, поехали на трассу. Вау, вот это сюрприз, никто и не ожидал. Так, вау, смотри, там какой-то этот есть. Ха, ты парень, ты что сделал? Ты меня сбил. Иди сюда ко мне. Все, ладно. Сейчас, 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 наш парень что-то он полицию вызвал. Давай, поехали отсюда. Поехали. Нам нужно найти мега крутую тачку и приехать в деревню. Так, а это кто? Это шрифт наш? О, вау! Они меня же ищут! Ребята! Едет, конечно. Ну, дело в том, что... Давай, я вон за полицией еду. Смотри. Мы едем сзади за полицией. Там две полицейских машины. Вон, вон одна беленькая. Вон, я еду за ними. У меня мотор слабый. Опа!
так, смотри, я не понял, они что, развернулись, что ли? Они развернулись, а что же мне делать? Так. Да-да-да, он говорит, остановись. Или там что-то он сделает. Я, конечно же, не буду останавливаться. Вау! Нет, я не хочу так разбиваться. Самый идеальный вариант — это у полиции угнать тачку. Так. Смотрим. Какую бы машину покруче взять. Давай, мы успеем убежать туда. Давай. Вот этот доджик неплохой. Вот, смотри, он, по-моему, такой вот сильный, бронированный. Нас, наверное, никто. Давай. Это Шевроле. Полиция уже едет. Поехали. Тут колесо. Ой. С кем говорить? С полицией? Вон, овечка какая-то. Так, блин, я машину плохую взял. Меня он стреляет уже. А, нет. Не надо. У меня тут... Во. Полицейский этот. Давай. Угоним сейчас мотик полицейский. Давай. О, то, что нужно, ребят. Подай машину. Тебе не нравится мотоцикл? Это же полицейский мотоцикл. Так, в горы бы заехать, а тут нету места, чтобы съехать с трассы. Хотя папа. Нет, я увидел. Папа. Вот это трюк. Папа. Да. Я да ты чё, ну сейчас, смотри. Эй, ты, лиса. Эй, вау. Это, надеюсь, куртка и собака. У меня что, патроны есть? Где я взял их? Поехали. О, охота на волков. Это волк. Тыщ. Блин. Где еще волк? Вон, сейчас мы его догоним. Вот эта игра. Тут даже поохотиться можно. По-моему, мы попали по нему. Мы его приготовим себе. Ребят, полиция нас потеряла. Я тут убежал в какие-то дебри. Я хочу приехать в тот район, где там электростанции такие ветреные. Я надеюсь, я правильно еду. Я не помню нифига уже ни карту, ничего. Блин, ну графика меня тут радует. О, кролик. Так, тут как-то можно было включать. Это мы свет включили. Что-то еще можно было включать. Так. Этот смотреть сюда. Так, это что у нас такое? Вау, так, полицейский, это, кстати, крутой мотик. Он в дыбы, интересно, поедет. Ну-ка. Давай, на дыбах. Давай, полицейский. Вот так. Нормально он прет. Так, тут какой-то самолет полетел. Тут, возможно, деревня есть. Давай посмотрим, там какой-то городок прикольный. Так, ребят, я тут кого-то очень интересного нашел. О, смотри! Мам, это корова! Это корова? Эй, корова! О, я ее хотел погладить. Она сейчас встанет, она не будет меня бить? Корова! Эй! Эй, корова! Родео! Сейчас перепрыгнем через корову. Оба. Корова, давай через тебя перепрыгну. Так, а это кто? А это кто у нас? Свинки, пап. Это свинки? Да. Свинка. Эй, здорово. На. Ой. Свинка, иди сюда. Давай. Пап, зачем ты их убиваешь? Я не убиваю их, я с ними просто говорю. Свинка, будем говорить? Ой, корова. Эй! Ладно, я не хотел. Ты обиделась на меня из-за этого? Я правда не хотел. Я просто думал, он ее рукой погладит. Смотри, здесь есть прикольный трактор с бараной. Офигеть! Ну-ка. Круто! Смотри, мы прям бараним. Это как симулятор этого. Как его называют? Комбайна. Офигеть! Давай сейчас асфальт будем боронить. Вот эта деревня классная.
Так, тут уже все тоже проборонено. Какие здесь еще есть интересные чудеса? О, вон! Так, коровы. О, в стадо коров куда-то побежало. Так, ребятушки, коровушки, не волнуйтесь, я просто здесь катаюсь. Смотрю, владение. Так, поехали. Ой, что-то там зацепилось чуть-чуть. Слушай, откуда здесь только коров? Ничего понять не могу. Я в GTA раньше играл и не видел этих коров. Может быть, эти обновления какие-то вышли? Так, во, смотри, вертолет, самолет, самолет. Так, куда он садится будет? Куда он садится? Нам бы его это, того угнать. Поехали за ним. Смотри, он на посадку идет. На посадку, по-моему. Так, или нет? Или это просто фермер летает, смотрит свои эти владения? Похоже, да, похоже так. Так, стоять. Наконец-то в этой глуши нашли здесь людей. И кажется, я застрял, я застрял. Я хотел им помочь, проборонить. Так, так, так. Куда-то он... Сейчас поговорим, смотри, там сейчас много будет желающих с нами поговорить. Эй, ребят, я тут вам это, помощь привез. Смотри, я тут на тракторе бараню. Вау, 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 вау. Мама, выйди. Выйди? Ну ладно, давай выйдем. Выйдем и поговорим. Так. Нифига, смотри, какие следы оставил наш трактор. И куда наши эти ребята убежали? Вон он. Эй, здорово, паренек. Как дела? Тебе понравилось, как я здесь проборонил? А? Не убегай от меня, не убегай. Не убегай от меня. Ну, ребят, ну посмотри. Я же старался. Я же сделал все для того, чтобы вам помочь. Ну, ну что ты? Ну что ты? Тебе паркур показать? Смотри, паркур. Ой. Смотри, оба. Ну... И он вообще, его невозможно разозлить. Ах ты. Эй, ты. Эй, ты. Вау. Ребят, это нельзя было смотреть. Нифига себе какой. Я нарвался. Я нарвался на него. А, кто-то думает, что он мне оторвал руку. Нет, он просто достал нож и сделал свое грязное дело. О, а это кто такой? Эй, давай вместе поиграем. Покажи, что у тебя с... Эй, ну... Опа! Ой, ой-ой-ой! Слушай, гражданин полицейский, шриф, смотри, как я умею. Опа! Смотри. Оп, оп! Ты видала? Ой, ой-ой-ой! Оп, оп, оп. Не надо меня стрелять. Не стреляй меня. Не стреляй. Не стреляй. Ой. Не надо. Ай. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ж ты делаешь? Нет, 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 нет. Вот такие вот. Да, она поцарапала. Такие вот злые полицейские там живут. Так, курица, 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 курица. О, ребята, ребята, вы мне поможете, да? Вы мне поможете, поможете мне. Давай, давай. Нет, я чуть-чуть не успел. Меня... Не знаю. Так, ой, открой дверь, шриф. Мы с тобой не договорили последний раз. Ты там что-то не поняла. И ты. А. О, ребятушки, что я нашел? Смотри, это какой-то будка. Какая-то будка. Это кому? Это мне, что ли? А. Ой. Да с кем говорить? А, вон с этими ребятами. Ну что, поговорим? Эй, ребят, привет, как у вас дела? Я тут, знаете, тут недавно с полицией тут поконфликтовал. Я не хочу с вами ругаться, ребят, но вот помогите мне забраться вон туда. Пошли, поможете. Пойдем, пойдем, вот сюда. Как мне забраться? Смотри. Я вот сюда хочу залезть, смотри. Так,
Эй, парень. Ну, поможешь мне сюда залезть? На вышку. Тут вообще дверь, по-моему, нет. О, смотри, я залез. Вот это, да? Так. И, а как тут дверь открыть? Ой-ой-ой-ой. Рукой. А как тут на Е обычно применить, открыть? Да нету, не открывает почему-то. Да я понял. Ну видишь, никак не хочет она срабатывать. Давай сюда залезем, что ли. Так, вот. Вот это уже почти я как руфер. Так, 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 нет. Ну ладно. Ничего у меня не получилось. Папа, давай поедем на маленькой машинке. Так. Опять на меня напала какая-то группировка. Вы что меня там в кустах делаете? Ну чё? Смотри, что они творят. Давай, я... Нет! На! А. Поехали отсюда. Тут какие-то непонятные вещи происходят. Странные. О, ребят, смотри. Песик, как твои дела? А, песик? Эй, песик, ну что, поговорим с тобой? Чувак. Эй, пес, пес. Эй, пес. Ну. Ну, пес. Ты же не злая собака. Так, подожди. А это его будка, да? Ой. Так, 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 так. Пес. Че они хотят-то? Да, пошел ты, пес. А, ну что? Давай поедем. Не бей собаку. Все, я не бью, я. Ай! Она меня хотела это укусить, он ее натравил. Он бы меня это опять что-нибудь откусил. Сейчас едем, едем, едем. Бежим до куриц. Ой, это курицы. Курица, на. Так, еще одну курицу. Курица. Курочка. Курочка. Так, мы ее на обед. Ой, вот, блин, не успел я тачку взять. Все, все, берем тачку. Берем. Чтобы скушать? Папа, не надо ее кушать. Не надо, но мы же любим курочку. Папа, не надо ее кушать. Ну ладно, не будем кушать курочку. Так, поехали дальше. Тут машину какую-то нашли. Итак, ребят, мы приехали тут в очень такое уютное местечко. Смотри, тут такие настоящие мужики с сигарами и в крутых шляпах сидят. Ребят, вау, у вас тут гриль. Можно мне тоже колбаски? Ну ладно, я не хотел. Но я тогда на стол залезу. Оу. Ай-яй-яй-яй. Не-не-не-не. Не трогай меня, пожалуйста, не трогай. Ай. Ай-яй-яй. Что за неудачный этот прыжок. Я не хотел испортить вам. Вам этот. Так, куда он побежал? Сейчас они, походу, через забор и за мной побегут. Ладно, поехали отсюда. Иначе мне будет не очень хорошо. Пап, а давай а мы от деревню приедем и там деревню поговорим. Ну, хорошо, сейчас попробуем. Ну, в общем, к сожалению, пришла ночь. И, ну, к счастью, я... Пап, смотри, я нашел самолет. Испытание, информация. Пап, да, пап, да, да. Пап, мы на это. Что это такое? Папа. Пап. Нет. А что надо сделать-то? Пап. Давай что-нибудь. Папа. Давай. Пап. Да, 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 да. Смотри, сейчас полетим. Давай, 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 давай. Пап. Смотри, пап. Я ж суперпилот. Пап. Да, да, да. Мы на это. Нет, это она плохая, уже давно лежит. Ой, смотри, как им сложно управлять этим самолетом. Но у нас здесь, ребят, миссия, так, которую мы, возможно, выполним, а возможно и нет, так. Вау, вау, так, ой-ой-ой-ой-ой, я сейчас упаду и разобьюсь. Смотри, мертвая петля. Ты делал когда-нибудь мертвую петлю? Нет. Так, а как ее делать? Вау, у меня голова кружится. Так. Так, 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 так. Тут нужно аккуратно, аккуратно. Так, этот рубеж мы настигли, но что-то пошло не так.
А где там еще аэропорты есть? Так, какой-то штраф. Ну, в общем, испытание, я так понимаю, я не выполнил. Ну, хорошо. Попробуем куда-нибудь слетать. Я вроде понял, как эта машина управляется. И сейчас будет трюк под названием «Мертвая петля». Да. Смотри, я мертвую петлю делаю. Мертвая петля. Мертвая петля. Вау. Да, я. Да. Так, мы взяли новый транспорт. Он очень классный, честно говоря. Давно я на таких мотоциклах не катался. Блин, плохо, что ночь. Плохо видно. А, и едем дальше. Так, блин, тут вообще ничего не вижу. Самолет, кстати, на том самолете, на котором я летал, можно летать только, когда миссию проходишь. О, шериф. Эй, шериф. О. Эй. Ну-ка, давай позадираемся. Полицию. Эй. Эй. Ну что ты там сидишь-то? Ну, давай, 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 ты меня догонишь. Вау, нифига там перестрелка началась. Вот это мы спровоцировали. А я знаю, куда я смотаюсь. Смотри, тут электрическая подстанция. Туда никто не полезет, кроме меня. Они все боятся. Так, где тут ворота? Ворота, ворота, ворота. F. Так, 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 так. Ну-ка. Ну, блин, я хочу убежать от них. Так, 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 так. Как мне попасть на подстанцию? Ребят, я же электрик как-никак. Мне очень интересно здесь полазить. Это, наверное, только с крыши машины. Да я поговорю, мне придется от полиции сейчас скрываться. Ну ладно. Так и быть. Мы скрылись или нет? По-моему, скрылись, да? Сейчас. Так, ну вот, я нашел свою цель. А, вот, электрическая подстанция. Мне нужно туда попасть. Давай попробуем разогнаться и прыгнуть туда. Так, как это сделать, ребят? По-моему, вот так вот. Что, надеюсь, мне удастся? Как тут? Давай. А. Поехали! Вау! Нет, я не туда прыгнул, ну что же. Слушай, а может сюда как-то и так можно будет забраться? Сейчас посмотрю. Так, ну вот, 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 я нашел ворота, смотри. А, не делайте никогда так в реальной жизни. Это очень опасно, еще раз повторяю это. Оп! Тут все под высоким напряжением. Вот стоят у нас выключатели. Да я вот и говорю, если бы я в реальности сюда забрался, меня бы уже, наверное, бы поджарило и убило. О, вот как-то так. Вот это да. Ну что же, ребят, на этой прекрасной, замечательной ноте можно заканчивать данное видео и данный летсплей. Потому что, ну, такая была. Дурачество, я так называю это все дело. Прикольно, давно в эту игру не играл. Сейчас поговорим, они разбегутся. Эй, ребят, ребят, ребят. А ну вот, пошли отсюда, давай, 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 давай. Вот. Можно сказать, это был такой рандомный летсплей, просто прикол. Оу. Вот это, да, так у него оружие было. Надо забрать, надо забрать. Так, забрали. Поехали, так. 15 баксов как-никак. Это кто? Эй, ребята, идите отсюда. Это же полицейские или нет? Или нет, не полицейские. Ну ладно. Никому нет до нас дела. Так, дальше побежали. Так, этот уехал. Какая-то интересная машина. Следующее видео будет Angry Birds. И, кстати, по поводу Bad Piggy с прохождения. Мы тоже будем дайверы играть. В свиней, это правильно? Ну, пока вот просто прям душа просила, вот, вы знаете, именно GTA. А. Давай, давай, после Angry Birds, давай,
Ты с свиней? Машины? Ну ладно, значит, будем катать машины. Вау! Так, и мы заканчиваем. Бам! Эй! Эй! Так, 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 так. Бам! Это кто у нас? Это ты кто такой? Бам! Ты шериф, что ли? У него, смотри, что-то есть. Что-то у него есть. Мне нравится эта машина. Да машина вообще крутая. Так, у него патроны были. Колесо пробиваем. Расстреливаем колесо. Да. А я не знаю. Так, мы тут сейчас пробуем перестрелку устроить напоследок. Да, давай поедем. Сейчас поедем. Сейчас поедем. Бам. По колесам стреляем. Так. Так, 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 так. Полицейскую машину и все. Поехали дальше. Вау, да полицейские. Смотри, у нас крутая полицейская тачка. На, полиция, идите вы. На. Сейчас мы полный разгром тут устроим. На. Давайте. Ралли Париж-Дакар. Да вы что, еще вертолет к нам прислали. Вау, 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 не ко мне. Тыщ, тыщ. Вау, я тоже так умею. Полицейский разворот. И что дальше? Они меня с вертолета гасят. Мы по колесам. Поехали, поехали, поехали. Сейчас их тут будет много. Когда уже военные машины? Ну, у меня тут не бронированная машина. Тыщ, тыщ. А, у меня патроны кончились. Давай, 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 давай. Тыщ. Тыщ. Смотри, сколько полицейских уже собралось. Вау! Мы даже кактус сломали. Так, что-то они меня прям это сильно гасят. Он догоняет меня. Почему я не могу оторваться от него? Тыщ. Ну, ребята. Ребята, ребята, ребята. Тыщ. А с ними уже бесполезно говорить. Тут уже все. Мне терять, как говорится, нечего. Заканчиваем летсплей свой. Вау, нифига, смотри, у меня двигатель какой. И напоследок, говорю, устроим тут полный разнос. Давай, машина полицейская. У них даже радио нету здесь. Ребята, что скажешь ребятам? Да ты что? О. Давай, 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 смотри, там уже стоят, ждут нас. Давай, 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 давай. Нормально так мы. Нормально мы проехали. Так, 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 погоня, погоня, погоня. А, нет. Как же я так смог? Я ни за что к вам. На, по крыше. Вот это GTA. Блин, у меня патроны кончились. Тыщ, тыщ. Так, что там, ко мне еще наряд вызвали. Ну что, Вера, они смогут меня наконец-то тут догнать? Я тут как ребят уже всех развожу. Вау, опа. Все, пока.